из тысяч кораблей, которые были построены для участия во Второй мировой войне. Президент... Так, сегодня 7 июня, сейчас зайду, попробую снимать Виталика. Первый раз. Интересно, что он скажет. Камеру, конечно же, он заметит сразу. Это я стою на лестничной клетке возле 137-й квартиры. Так, вот квартира впереди. Кто эту дверь открывает мне? Здрасте. Ну, можно к вам зайти? Можно. Можно? Да, заходите. Ладно. Ну, я закрываю дверь. Нету. Кого? Ой, кто-то звонит. К вам пришли. Заходи, заходи. Заходи, а то дети сейчас сейчас. Заходи, заходи, вот. Вот туда. Нету? Да. Да. А что ты там увидишь? Не показывает. Малата, не показывает, что там. Показывает. Только вас плохо видно, тут очень темно. А кто у тебя в гостях? А вот Олег. Вот он. Я его отрал и убил. Я подрал и убежал туда. Понял. Так, а сколько это сейчас время? Давай посмотрим. 20:21. Так, берите эти игрушки. Наклони эту. Спи. Что ты хочешь? От дивана, и будешь встречать. Ты хочешь достать? Ну, покажи. Можно посмотреть? Не надо. Нет, посмотри. Так, сейчас я вам расскажу, что нужно делать. Нет, я еще. Я уже сразу свою как штуку. Она прыгает. Мы за Ольгу пьем. Чуть-чуть. Мы больше сами пьем. Мама, а что за праздник у вас? Сегодня день рождения. День рождения. А тут сидит мама Олега. Давайте посмотрим на маму Олега. Я тоже хочу. А вот мама Олега. Ваше здоровье. Спасибо. Ты говоришь, что видеокамера? Да. Я так просто думаю, что, наверное, это видеокамера. Я ее никогда не видела. Ты, наверное, думаешь... Марат, мы сейчас допьем шампанское, понимаешь? Да. Так что садись. Я то... Дай мне! Громко. Я тоже хочу! Садись на машину. Садись за руль. Садись за руль и покажи. И едь сюда, ко мне. И едь. Разворачивайся. Разворачивайся сюда лицом. Ну ты же умеешь разворачиваться так. Так. Сейчас я отойду чуть-чуть. Ну, давай, езжай сюда. Оп. Снимем, как он с туалета выходит. Ой. Смотри, смотри на него. Ну, не болтай, не болтай только. Олег, иди садись на карту. Иди скорее, будешь сюда ехать, а мы тебя сфотографируем. Вот Олег побежал. Садись, садись. Ну как? Ну, сам держи. А этот глазик закрой. Ну, едь к нам. Едь к нам. Я вас буду сфотографировать. Ну вот, все. Сейчас мы еще одну дверь откроем. Фотографируем все игрушки, какие на полу валяются. Показывайте мне, какие у вас там игрушки валяются на полу. Вот эти. Что это вот такое? Что это такое? Вот это фотографии. А как это называется? Фотографии. Это мы не играем. Ну а как эта игрушка называется? Юля. Ф-
Помнишь, я тебе его принес? Это такой, как Ванька Встанька, только крокодил. Такой, как Ванька. Олег, на, возьми его у меня. Возьми. Так, а вон там что лежит у вас на кровати? Вот лошадка, машина, которую тебе Витя привез с Москвы. А ну-ка проедь-ка на велосипеде. Или на... я посмотрю, как ты ездишь. Я выключаю дату. Я тоже хочу. Дай, дай мне. Дай. Виталик, иди помоги Олегу. Все, я Олегу уже помог. Уже помог? Да. Слезай, Олег. Поздно тебе. Что это там Олег такое держит? Какой-то пропеллер? Самолет он держит. Дай мне тоже, я тоже хочу, я тоже хочу. Я тоже хочу, дай! А что ты хочешь? Вот это. А что это такое? Вот это я тоже хочу. А что этот? Это фотоаппарат. Так ты хочешь сфотографировать? Да. Потом наоборот. А то надо назад. Не найдет дедушка. Ну давай, сфотографируй дедушку, смотри. Я сам хочу. Давай сам. Отпусти только. Давай. Только отпускаю. Суй туда руку, суй. Ну, второй. Я сам хочу. Ну так ты же неправильно смотришь. Так смешно он делает. Ну давай, дедушку снимем. Я хочу. Ну пускай дедушка Боря что-нибудь скажет. Ау, ку-ку. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. О, тебе бабушка. Приходи к нему. Тебе бабушка. Тебе баб был. Да-да, баб. Нос. Был нос, баб. Правильно ты заметил. Ну, давай посмотрим, что там получилось у нас. Ну, хорошо, дедушка, видим. Так, стоп. Что вы делаете? Вы толкаетесь? Ладно, сдача тут. Баба, баба. Ну-ка, давайте вы там встаньте, попрыгайте. Я посмотрю, как вы прыгаете. Вот тут вот. Так, посмотрим, что тут делает дядя Паша. Виталик, иди посмотри, что они там делают. Так, закрой шкаф, чтоб порядок был. Пойдем фотографироваться! Фотографироваться! Пойдем! Пойдем, Влад! Пошли! Пошли на кухню! А так, какие вам создать условия? Потому что тут надо, чтобы наполненное было. Так, пьют шампанское. Давайте посмотрим, какое. Покажите-ка нам сюда бутылку. Я хочу сказать, конечно, советская. У Славы сухое. Убери руку, руку, руку. Я это хочу. Так, шампанское сухое. Сухое, сухачки. Только взрослое. Бутылочку, говори. Мама, мама. Она снимает просто с аккумулятором. Вот я тебя сейчас вижу. Скажи что-нибудь. Ну, громче. А что, она прямо звук, что ли, записывает? Ну, конечно, звук. Да? Да. Ну, ничего. Это не ну, что-нибудь нельзя. Говори. Что-нибудь говорить? Да. Это не нельзя. Ну, давай. Позолоченные брюхи, Олег. Ну-ка, давай тихо расскажем. Муха по полю пошла. Давай. Не-не. Муха что? Денежку нашла. Ну давайте. Давай, Олежка. Пошла муха на базар. Виталий, как там дальше было? И купила самовар. А потом это все муха. Марат. Хочу кушать. А Марат? Да. Потом это все муха.
конечно. Хорошая песенка. Он не сломает? Кубик Рубика? Нет, вот этого. Не давай ему. Мама, все, а снимай. Я не хочу. Тебя снимать? Снимай детей, потому что я... Идите сюда, Виталя. Я тоже хочу. Туда иди, я тебя не вижу. Ну, давай. Расскажи нам стишочек. Уходи и люби свою Наташку. Обойдусь я без твоей любви, Виталя. Ну, давай, рассказывай, Виталя. Ху-ху. Иди к Виталику, я тебя сниму, иди. Иди, ты будешь в кино. Иди. Хочу, не хочу. Кино. А, ну давай. Кино. Виталя, Виталя, Виталя. Я тоже хочу. Ну, давайте. Ну, посмотрим. Мара, только на фотографии. Сейчас посмотрим. Так, где у нас тут время? 21:35. Давай, смотри. Ну, и пойдем. Ну, давайте. Ну, можете пару раз пощелкать магнитофоном, пока никого нет, я вам разрешаю. А потом нельзя будет. Виталик умеет открывать. Вот он открывает, закрывает. Это стоп. Ну, нажимай еще раз. Закрывай ту кассету, закрой. Ну все. Нет. Я уже сломалась. Помнила, А где игрушки? Вот там вот? Да. Миску подавалки выливай. Что? Ты уже почти все выпил? Вкусное молочко. Иду, иду. Мама, 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 мама. Давай. Я буду сидеть. А зачем? Я хочу, чтобы ты меня так сфотографировал. Да, ну я тебя сфотографировал. А сейчас давай ложиться и будем спать. Да. Давай, ложись, накрывайся хорошенечко. Ложись, ложись. Ложись, накрывайся. Давай. Что? Ложись. Ложись, я сфотографирую, как ты ложишься. Накрывайся. Сейчас выключим свет. Все. И сейчас пойдем спать. Ко мне! Ну, я вижу, ты не спишь. Ну все, я иду к тебе. Иди сюда. Иди ко мне.